Кахеме продолжит строительство крупного спортивно-культурного центра. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Туве на эти цели 480 миллионов рублей за счет средств государственной программы развития физической культуры и спорта. Вместе с долей самой республики общая сумма капиталовложений в центр в этом году составит более 500 миллионов рублей. Спорткомплекс, строительство которого началось в 2013 году, сегодня построен почти на треть по проекту. Он представляет собой двухэтажное здание общей площадью около 6 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрен универсальный спортивный зал для проведения крупных соревнований и культурно-массовых мероприятий. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличится на 21,7%. Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения, рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. В соответствии с поручением президента, законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа. С 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 года до 100%. По словам главы Минтруда России, законопроект будет внесен в Госдуму одновременно с проектом бюджета страны на 2018-2020 годы. А курсы валют на сегодняшний день таковы. Доллар стоит 58 рублей 10 копеек, а европейская валюта стоит 69 рублей 68 копеек.